На часах 23:30 Андрей Иванов привез в Георгиевский храм благодатный огонь, доставленный в Россию из Иерусалима. В храме потушены все свечи. Священник Игорь Нагайцев принимает благодатный огонь и относит его в алтарь. Пасхальное богослужение начинается. Еще молимся за всех братьев, за всех христиан. Впервые на Пасху здесь нет прихожан. В храме только священники и служители церкви. Онлайн-трансляция ведется сразу с нескольких камер, чтобы верующие могли посетить службу, не выходя из дома. И долгожданные слова «Христос воскресе» слышны в храме. Вот только привычное звенящее «Воистину воскресе» едва различимо. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Десятки тысяч верующих по всему округу смотрели прямые трансляции пасхального богослужения. У каждого был выбор – присоединиться к патриаршей службе или быть в режиме онлайн вместе с священниками своего прихода. Всех вас еще и еще раз поздравляю с праздником Светлого Христова Воскресения. И, конечно же, в этот день все слова померкнут перед теми словами, которые мы только что с вами слышали за этим пасхальным богослужением. Христос воскресе! Мария Шматкова, Артем Ломоносов, Денис Харламов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».